Всем привет! Друзья, сегодня на моем канале небольшой обзорчик цен на овощи и фрукты в Нью-Йорке. Совсем недавно в нашем райончике открылся небольшой овощной магазинчик. И на мой взгляд, цены в нем, наверное, самые лучшие в Нью-Йорке. Да и качество овощей и фруктов просто замечательное. Магазинчик называется Mango Rico. Вот он перед вами. Как я уже и сказала, он очень маленький, но выбор овощей и фруктов в нем просто огромный. Как видите, овощи и фрукты расположены не только внутри магазина, но и на улице. Итак, идем в этот овощной магазинчик, сделаем закупку самых обычных и всеми нами любимых овощей и фруктов. И уже когда приду домой, я сделаю подробный обзор цен на те овощи и фрукты, которые я купила. Как я уже и сказала, магазинчик очень маленький, но посмотрите, какой выбор. Вот даже экзотические фрукты есть. Итак, друзья мои, делаем обзор овощей и фруктов и, конечно же, цен на них, которые продаются у нас в Нью-Йорке. Сначала покажу вам, сколько я заплатила вот за это все. Вот чек. Значит, сумма 23,29, но бананчик я покупала сегодня утром раньше, поэтому, ну, к этой сумме еще добавим $1.30. Бананы стоили $1.30. Поэтому все вместе покупочка обошлась 24,50. Я кое-что достала из пакетиков, чтобы вам сильно на камеру не шелестеть. Итак, я сказала уже, что бананчики стоили $1.30, но их было 4. Один сыночек мой уже скушал на завтрак. Итак, поехали дальше. Виноград. Вот эта коробочка $1.49. Лук. Лук у нас стоит, вот так обычно продается вот в таких вот сеточках. Красный лук дороже у нас. Это сеточка $1.99, а белый лук стоит $1. Авокадо. Авокадо в этом магазине хорошее, крупное. Авокадо из Мексики. $1 за штучку. Вот такие вот персики. Персики я у них уже покупала. Они очень вкусные, ароматные. 5 персиков за $1. Огурчики. Огурчики у нас $1.29 за паунд. Паунд это 450 грамм. Манго. Тоже из Мексики. Манго ароматное, крупное, как видите. Манго стоит $1.29. Манго бывает разной цены, если поменьше, то манго обычно стоит $1. Купила вот такой вот шикарный ананас Коста-Рика,
написано «Карибский сладкий». Ананасы у нас очень вкусные. Ананас стоит всего лишь $1.49. Помидорчики черри. Помидоры стоят, она у нас вот такая вот коробочка, $1. Что еще я купила? Аругула. Я знаю, ребята, что у вас говорят рукола. У нас называется аругула. Аругула стоит $2. Вот такая вот коробочка. Что у нас здесь? Морковка. Светик, тебе привет. Она поймет, почему. Итак, морковка. Вот такая вот упаковка. Здесь 450 грамм. Светик, я ошиблась. У нас морковка, оказывается, подешевела сейчас. Вот такая вот упаковка стоит 50 центов. Кстати, посмотрела, интересная такая вещь. Посмотрела, откуда морковка к нам приехала. Из Израиля. Чистенькая. Вот так, 450 грамм, 50 центов всего лишь. Дальше. Такие маленькие перчики, я их очень люблю. Я их... Ой, один там подпорченный, кстати. Ну, ничего, выброшу. Вот такие вот маленькие перчики. Я их просто тушу, добавляю оливковое масло и чесночок. Очень вкусно получается. Такие перчики стоят $1. Из Мексики приехали. Дальше. Дальше. Два вот таких вот апельсинчика. Извините, шелестю, ребята. Два апельсинчика за $1. Зеленый лучок 50 центов. Две кукурузки молодые 50 центов за штучку. Это у нас редисочка, редиска, пучок 79 центов. И что здесь у нас? Это укроп. Укроп у нас, ну, я думаю, сравнительно с вашими ценами дороже, конечно. Укроп у нас стоит пучок $1.50. И, ребятки, в сумке забыла достать черника. У меня две коробочки черники. Производство USA, производство США. Одна коробочка стоит 79 центов. Очень люблю чернику. Вот такой, ребята, у меня сегодня обзорчик овощей и фруктов из Нью-Йорка. Еще раз напомню, вся вот эта покупка обошлась мне в $24.50. Всех благодарю за внимание. Сравнивайте цены с вашими ценами в вашем городе. Пишите комментарии, я их с удовольствием почитаю. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. До следующих встреч из Нью-Йорка.